Мои дорогие друзья, подписчики, зрители, я хотел лично поздравить вас с наступающим 2022 годом, пожелать вам простых человеческих вещей. Будьте в гармонии сами с собой, со своими близкими, друзьями, с окружающими. Постарайтесь найти то дело, которое будет вам приносить удовольствие от того, что вы его делаете по жизни. Это, наверное, самая важная вещь в жизни – заниматься тем, что приносит тебе радость, удовольствие и, возможно, еще пользу для окружающих какую-то. В этом году вы мне очень помогли. Спасибо огромное за ваши комментарии, обсуждения на канале, лайки, поддержку. От вас я узнал массу новых вещей, о которых раньше даже не догадывался, потому что у нас на нашем с вами канале собираются адекватные, грамотные и разносторонние абсолютно люди, которые помогают мне канал вести, поддерживать и делать так, чтобы мы все с вами получали очень много новой, полезной и разной информации. В следующем году нас ждет очень много интересного и разного. Мы ждем оборудование для экспериментов, которое должно подойти у нас уже в конце января. Поэтому будет много новых полезных вещей. Я постараюсь поменьше рассказывать вам о подделках. Надеюсь, что их будет меньше подделок. И буду вам больше рассказывать о том, что мне самому больше всего нравится. А конкретно о маслах, о брендах, о истории масла, истории развития нефтебизнеса. У нас очень много на очереди брендов, очень много. Я, наверное, даже в следующем году их не успею все перечислить, которые мы будем делать с вами. Поэтому будет много всего интересного. Еще раз вас с наступающим Новым годом. Не болейте, чтобы все было у вас хорошо. Стабильности в хорошем этого смысла слова. И всяческих благ. С вами Антон Воронков. Вы на канале MyGT.ru. Всем пока.